Здорово, народ, здорово, любители МФФ. Ну что ж, вышел четвертый sneak peek, который говорит нам о том, что точно Человек-паук получит новый костюм и Т4. Но давайте вернемся к sneak peek'у номер 3. Потому что вообще я на sneak peek'е никогда обзоры не делал, не смотрел. И тут решил вдруг сделать. Так, давайте посмотрим третий sneak peek. Третий sneak peek, в котором нам показали двух пауков. То есть, получается, давайте включим. Так, на первом нам показывают паука. Это, как я понял, алый паук. Вроде бы как алый паук. Он получит у нас непонятно то ли Т3, то ли 6 навык. Ну, как видите, новый костюм у него будет. И второй у нас арахнит. Не помню, как его там правильно. Арахнайт, арахнит. Короче, тоже получает у нас костюм. Вот такой вот костюм. Coming soon. В общем, эти два паука получат у нас по костюму. Ну и скорее всего там либо Т3, либо 6 навыки. Точно не знаю. Тут особо об этом не пишут. Так, ну давайте посмотрим последний sneak peek. Четвертый. Скорее всего, это будет последний. Супергерой из Квинса вернулся со стилем. Перевод, конечно, бомба. Ознакомьтесь с новыми обязанностями этого супергероя, который получил еще больше силы. Так, тут у нас паук. Правда, не заметил я, где у него тут Т4. То ли по машине судить, то ли еще по чем-то. Вот едет машина. То ли по фарам судить, что у него будет Т4. И вот он летит, наш паук. И как мы видим, у него старый костюм. Ну, как в принципе давали ЖЧ, Кэпу Америка. Это костюм, походу, вообще с первой части, наверное, паука. Что-то в этом роде, что-то похожее, даже напоминает мультик старый, 96-й год или каком он там выходил, не помню. И по фарам, наверное, нам судить нужно, что это Т4, потому что я не заметил нигде больше Т4, тут все быстро, еще и картинка такая не очень. Короче, как-то так. Паук у нас получит Т4. Мы сами видели, да, где-то было слито это скриншот с корейского аккаунта, где паук Т4 был. Поэтому вот она обнова по паукам. Чисто пауки. Но это не обнова, это скорее всего мидпатч какой-то там завезут там на несколько мегабайт. Может и больше нескольких мегабайт, потому что три костюма полноценная обнова, то навряд ли будет, да? А, подождите, в январе была же обнова, была обнова. Короче, посмотрим, как они завезут там, неважно, в принципе, как они это сделают. Ну, короче, три паука получили по костюму, плюс Т3 там или 6 навыки, те два паука, и этот по-любому получит Т4. Но это неплохо, в принципе, паук мне в принципе заходит, тем более он скоростной. А скоростных, как помните, у нас меньше, чем остальных, то есть боевых много, то есть хватает, как бы, да. Короче, по 3 боевых универсалов ударных у нас есть, в принципе. Это будет третий
по счету Т4 скоростной. Есть у нас вдова, черепаха и бутерь паук. Паука я, наверное, качну. В принципе, у меня есть кристаллы, купить ему костюм. И, скорее всего, будет он третьим, который будет у меня. Вот Т4 были у меня. Там других персов хотел качнуть. Но, скорее всего, можно заняться этим чуваком. Будет в скоростной день у меня вообще печально бить Дармаму. То есть двумя я могу, а третьим надо... Там извращения, короче, полные. Но если его качнуть, в принципе, и в скоростной день, когда он будет биться скоростными, можно будет ходить. Вот такой вот у нас обзор был на мид-патче январского обновления. Это у нас по счету 4-й. Ну, посмотрим. Не знаю, когда они выпалят это. Скорее всего, понедельник. Может и позже. Ну, посмотрим. В общем, такой вот обзорчик был. Не знаю, блять, нормально, ненормально. Там сами напишите в комментариях, если у кого-то будет желание, потому что нихера нету ни комментариев практически. Ничего в этом духе. Так, ну все, на этом буду заканчивать. Надеюсь, тебе все понравилось. В субботу будет стрим, так что залетайте. Ну а на этом все, я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.